Автомобиль получился очень такой сбитый, очень гармоничный и очень сбалансированы все характеристики. Очень высокий уровень эргономики автомобиля, очень хорошие тяговые свойства двигателя. То есть это то, что вот как бы вот я уже могу сказать. На мой взгляд, автомобилю не хватает 30 мм клиренса. Вот просто вот для полного счастья, вот еще 30 миллиметров было бы самое то. И да, это безусловно шаг вперед. Но насколько большой шаг, это надо более детально ознакомиться с автомобилем. Но это однозначно шаг вперед, да. Потенциальный покупатель, я считаю, это вот люди в возрасте, скажем так, от 25 до 50 лет. Причем это соотношение мужчины и женщины. Мне трудно сейчас сказать, станет ли она там такой же любимой игрушкой для женщин, которой стал, например, тот же Кашкай. Ну, трудно прогнозировать, я не берусь. По крайней мере, она не сделана, она не хуже.